Всем привет, друзья! Недавно я себе заказал два интересных товара с сайта Banggood. И вот спустя 2,5 недели они ко мне пришли. И мы сейчас с вами их распакуем вместе и посмотрим, что же нам прислали китайские друзья. Кстати, хочу заметить, что сейчас на Banggood очень много скидок в честь их дня рождения, так что можно неплохо сэкономить на покупочках. А если еще пользоваться кэшбэком, то вообще красота будет. Если вы не зарегистрированы на сайте Banggood, то при регистрации вы получите 11% скидки, это не считая кэшбэка, круть. Все ссылки смотрите в описании под роликом. С Banggood я заказывал себе товары впервые, доставкой и откликом от продавца вполне доволен. И первая посылка — это у нас смарт-лампа с возможностью управления через приложение на телефоне. По заявлению продавца, лампа может менять яркость свечения или оттенок в зависимости от желания пользователя. Для управления лампой нужно синхронизировать ее со смартфоном или планшетом. Как видим, упакована посылка очень хорошо, в пупырчатую пленку, и пришла к нам в коробочке, что очень приятно. Дошла она ко мне за 20 дней, это как по мне очень быстро. Сделана умная лампа качественно, ничего не люфтит и не скрипит. Все вроде качественно и хорошо. Но у меня с этой лампой возникла проблема. Я не смог сконнектить ее с телефоном, а пробовал все способы, все возможные приложения. И спустя пару часов у меня так и ничего не получилось. Лампа светит слабо. На видео слева видно нашу умную смарт-лампу, а справа обычную экономку. Результат налицо. Если управлять ею с телефона, то она будет светить разными цветами. Но, увы, у меня подключить не получилось. Не знаю, проблемы с лампой или чем-то еще. Напишите в комментариях, пользуется кто такой лампой и как вам. Ну а это уже посылочка поинтересней. Пришла посылка примерно за 18 дней и, как видим, упакована очень хорошо и в заводской упаковке. Все качественно, с этим нареканий нет. Это смарт-удлинитель Broadlink MP2, которым можно управлять с телефона с любой точки земли. Удлинитель белый. На передней панели находятся 4 совмещенные универсальные розетки, в которые можно подключить любые вилки, такие как А, С и И. То есть плоская американская, круглая и тройная китайская вилка. Я считаю, что это мега круто, так как вам больше не нужно будет переходников, экономия денег налицо. Из основных характеристик выделю максимальную мощность 2,5 кВт, но при токе не более 10 ампер и установленный Wi-Fi модуль, то есть никаких шлюзов для работы не нужно. В стандартном режиме можно управлять удлинителем через приложение на телефоне, что мега круто. Удлинитель идет с тройной вилкой тип И. Но я рекомендую заменить эту вилку на сборную евровилку, чтобы спокойно пользоваться, без переходника. Кстати, переходник, как видите, идет в комплекте. К достоинствам этого удлинителя отнесу, пожалуй, раздельное управление каждой из розеток. К недостаткам – невозможность это сделать вручную и отсутствие подсчета электроэнергии. При включении кнопка подсвечивается. Также есть маленькие светодиоды над каждым разъемом, чтобы знать, какой разъем активный. Управлять удлинителем можно через телефон с приложением eControl. Установить приложение и подключить устройство не составит труда, все легко и понятно. В общем, такой удлинитель могу смело рекомендовать, им реально удобно пользоваться и управлять с телефона. Выглядит он добротно и внутри все качественно сделано. То, что есть универсальные розетки, вообще круто. Я лично теперь не парюсь переходниками, можете смело покупать. И напоминаю, что сейчас на Banggood море скидок в честь дня рождения. Если вам понравилось мое видео и вы хотите еще распаковок, поддержите меня лайком, чтобы я знал. Спасибо, что посмотрели. Всем пока!